А что если, ну, не знаю, верните мой 2007, уже было два видоса, поэтому верните мой 2008, окей, пусть это будет, и будем продолжать. Все, закинешь двойку. У него, кстати, 150 маны. На три раза еще. Я на этот раз постараюсь более тщательно проблочить. Смотри, они пока не подозревают. Ну и Иридара именно душу. Здорово. Здорово, дорогие друзья. С вами я, Ксеназ, и Антонио. Можно я задинаю, да? Не, я не буду динаить, тут не продинаю. Все, кидай. О, хорошо. А что происходит? Не понимает пока, что происходит. Вот давай вот так вот сделаем. Хорошо. О, еще киндер сюрприз на вставочку. Лонг гейм на Екс. МЛГ! МЛГ! В атаку! Автоботы, вперед! Дай гем. Да не могу топорик выложить. Да, я второй раз. Да, и, на вставочку! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если, ну, не знаю, верните мой 2007, уже было два видоса, поэтому верните мой 2008, окей, пусть это будет, и будем продолжать эту стратегию. Сегодня мне будет помогать Антонио. Антонио! Здравствуйте, да, я тут. Вот, сегодня мы будем дальше продолжать эту тему с Антонио. И сегодня вас ждет очень интересная, которая даже, в принципе, Антон сейчас не в курсе. Еще что мы будем делать? Интересная тоже комбинация двух персонажей. И, ну, конечно же, за нее нужно поставить лайк, потому что здесь будет максимально фаново, я думаю. И, так сказать, вспомним старенькое, что забыто уже. Антонио, у нас сегодня задача, это... всем известная вот такая вот старенькая стратегия Дарксир плюс Рикимару. Я понял. Можешь брать ДС-а сразу. И, как вы понимаете, конечно, это будет запиливание просто в инвизе, плюс я еще доберу Радиенс, плюс там еще, возможно, постараемся сделать такие дискорды, ну и все в таком ключе. Поэтому... О, у нас есть фановый контент еще в чате здесь, как видите. Поэтому, ребятки, будем смотреть, как у нас будет все происходить. Перед началом данного видоса лайки, под видосик обязательно позитивный комментарий, ну и, конечно же, спасибо за поддержку, спасибо за подписочки, ребят, от души. Ну что, Антонио? Да, что, вижу, у нас чел заряженный. Да, заряжен на третьем слоте, это очень хорошо, тем, что уже есть мотивация к тому, чтобы двигаться, чтобы душить. Ой, жесть. Ты не помнишь, часто мы практиковали на Рикимару Радиенс? Я вообще не помню на Рикимару Радиенс. Я помню, на Руфи, на Рике часто собирали Радик. Я лично не помню такого, наверное, это мимо меня как-то прошло. Еще вот этот бесячая тема была, что диффуз собираешь, выжал его этот диффуз, и все, ну тебя как помойка в инвентаре. Ну это и сейчас такая же. Да, но на 85-й карте можно рецепт постоянно покупать. И все по кайфу. А 83-й как помойка в инвентаре. Так что дело такое. Дело такое. Так, ну что, Delicious, я, наверное, беру сапог. Погнали на руну, дядь. Мы вниз пойдем. Сапог. Сапог. Сапог, чтобы можно было с сапогом быстренько бежать и с щиточком запиливать. Посмотрим, сможем ли мы кого-то здесь в этой катке в начальной стадии запилить, то есть до выхода рун. Антонио мне кинет щиток, потом под КДшицу сам себе кинет, если что, пойдет побычит и будем вместе запиливать. Посмотрим, как это будет все происходить. Кура дай. Давай вот так вот. Мидер. Где кура? Кура, вард. Пока подожди, не кидай. Сейчас ждем, если кто-то высветится. Понял. Отлично. Где кура, вард? Так. Сейчас ждем. Если кто-то высветится, сразу щиточек и поехали. Так, на топе уже вон двое стоят. Неужели на низу никого не будет? Мы что, не на тот лайн пошли, что ли? Прикинь, смотри. Очень жаль. Трое точно вижу. Лол.
Ну, по-любому кто-то должен быть, что за дела. Блин, хреново. Я надеялся до начала крипов. Так, ну что-то красиво сделано. Смотри, внизу просто пустота. Вон, мартретка идет. Закидывай. Поехала. Delicious. Ой, блин, сейчас он нас стакает, пока я буду бегать. На-на-на. Опа, я вот этого пойду. Давай, щиток кидай себе. Поблокую. Мне, конечно, взорвет сейчас. Там немного демеджа будет делать. А, прикинь, один хп просто. Камон, ну я умер тут. Жесть, прикинь, просто. Ты видел, сколько хп у него осталось? Ну как вот это вообще возможно? Ой, бро, что ж ты? Переход можно сделать, он немножко там дэмэджа нанесется. Переход, блад. Не, ну то, что я сдох, это понятно. Я ж под тавером еще больше половины хп потерял. Бывает. Это хреново. Ну, ладно. Ладно, ничего страшного. Че, может подойдешь на лесочек, поотводишь немножечко, чтобы лайн выровнялся? И будем запиливать. Эридар там с леса стреляет. Что ты хочешь? Молодой Эридар. Молодой Эридар. Что ты хочешь? Он прям с леса там наяривает этой тройкой. Смешно выглядит. Отведешь там экспу, возьмешь там третий левел, на третьем вообще по кайфу будет. Блин, дамага такая слабая у Рики. 40 урона. Вообще ни о чем, конечно. Ну да ладно. В то время мы не переживали за ласт-хиты. Мы просто играли, кайфовали. Мы даже просто тупо автоатачили, стояли, я скажу больше. Поэтому нефиг тут переживать за ласт-хиты. Все будет, как будет, как в 2008, выразимся так. Поэтому, ребята, если вы плохо ласт-хитите, вы не переживайте. Вы просто задумайтесь о том, что вы там находитесь в 2008. Просто и все. Все, закинешь двойку. У него, кстати, 150 маны. На три косули, на три раза еще. Я на этот раз постараюсь более тщательно проблочить. Смотри, они пока не подозревают. Ну, Эридара именно душу. Смотри, Эридар. Здорово! Здорово, дорогие друзья. С вами я, Ксеназ, и Антонио. Можно я задинаю, да? Не, я не буду динаить, тут не продинаить. Тяжело продинаивать будет. Туман войны постоянно будет мельтешить и не продинается. Ну блин, мы его отправили на базу, с фулл маной он теперь вернется. С одной стороны, да, с другой стороны, дай пофиг. Контент-то даем. Я помню, очень часто спамили так еще БХ плюс ДС. Потому что они оба дренеи, и такая тематическая тема была. Но с Рикимаро тоже прикольно выглядит эта контора. Знаешь, что самый кайф? Третий сейчас левел ты апнешь. Щиток будет прям очень бодрый. Уже упнул. Блин, хорошо. Я хотел застакать, вот не знаю, как тайминги тут. Не получилось. 54-я, 53-я. Так. Я вот думаю, во что собираться. Сейчас, давай я, может, отойду. Сейчас скажу, когда можно. Все, кидай. О, хорошо. Найс. А что происходит? Не понимает пока, что происходит. Оп, давай вот так вот сделаем. Хорошо. Я без тройки играю. Она мне не нужна. Для достижения более лучших успехов. Рак. Я обычно инвиз вообще не макшу в обычных играх. То есть я инвиз беру на единицу. И тройку макшу, чтобы можно было на шестом левеле убивать всех. Чтобы дамага была уже. Вот, и как бы... Так норм, в принципе. О, я придумал новое название средства. Понял? Какого-нибудь там, не знаю, гель, мазь какая-нибудь для жопы. Так норм. Так норм? Так норм, понял? Как ринул норм. Да, только так норм.
Забавно звучит, мне нравится. Это я, наверное, знаешь, что сделаю? Старого Рикимару соберу через ПТшечку, через Яшку. Кинешь мне двойку, дядь? И тройку, если можно. А я пошел уже. Нормально, ничего. Нормально. Я так, пробегусь. Мы можем вообще сейчас экспу пойдешь, проапаешь, я чуть пройдусь. Блин, жалко, двойка пропадет. Сейчас можно было бы сейчас так грязь хорошую понамутить. Было бы круто. Опа, блудсускер видит вот этого. Так, я себе кур можно возьму, дядь, отдельно? Куру отдельно. Блин, со страйки будет кидать, да? А, поделить дамагу сейчас? Хорошо. Ахмаджон, 2-2-3. Хорошо. Рики, Криса, МХ. Рики, Криса, МХ. Че там, пятый левел, да, уже есть? Ой, отлично, дядь. Пятый левел, это очень хорошо. Иду к тебе. И можно будет получить щиток, как получаем мы велосипеды. И я на топ, наверное, ТПшечку дам куда-нибудь. И буду запиливать. А ты там попробуй что-нибудь аркану какую-нибудь. О, закидываешь? Хорошо. Хорошочка. Бес сейчас, не понимая, что происходит, погибнет. Все, вайпера запиливаю. Хорошочка. Как хорошочка-то, вайпер умирает. Дядь, посмотри, просто ходит, погибает. Как вы так делаете, кстати? Как вы так делите? Как вы так делите? Но мне кажется, два моих тиммейта сейчас умрут. А, один умер. Окей. Как и так делите? Хорошо. Раньше Саша Яша была орб-эффектом. Это было страшное время. Блин, Саша Яша орб-эффекты. Просто вдумайся. И Диффуз тоже. Диффуз вообще через манту собирался. Антимагу вообще не собирали его. Манта хотя нужна. Так, сентриков нету. Че, я бегу к тебе, наверное. Опять. Такой, я такой марафонец Рикимару, чисто которому дают щиток. Он телепортируется на другую часть карты. И наводит какую-то суету. На топе фражочки взяли. У тебя сколько фрагов там? 2-0-2. В принципе, немного. Оказалось побольше. Давай в наглую, я думаю. Как думаешь? В наглую. Я, блин, канусь к ней. А чё меня тавр лупит? За что? За что ты так со мной? Чё, побегаем просто за ней? Если чё. Я тоже её не атаковал, она меня фокусит. На тебе ещё щитки, ну, угу. Обновил. Обновил, окей. Так вот. Бедная Марита. Марита! Это как это, ты знаешь? Где? Ты где? Маену даёшь? Маену... Хорошо. Отлично, бой-бой. Лагбла. Блин, на инвокере что-то парень молчит. Он в миду в этой пуджу проиграл. И даже молчит немножко. Пока не кидай, подожди. Я сейчас это, ТПшку возьму. Давай, можно будет. Закинь мне, закинь, дядь. Все, я улетел. Там такие слоенькие. Побежал. Вижу суету. Не вижу преград. Блин. Ладно, Найкс должен фармить. Просто когда телепорт, с телепорта этот, видно же эффект. Во-во-во, смотри, Найкс, бедолага. ХП что-то в лесу теряет очень сильно, Найкс. Он стилер буй-буй, а? Хотел за стилер би сделать. Ридарчик с арканой уже тут. Сейчас шаман, с шаманом немножко поработаю. Ага, сентри стоят, дядь, прикинь, сентри. Чё тебе, кто убил там? Меня Морта убила, мама.
Как она тебя убила? Ульту кидай ему. Хорошо. Хорошо, что не меня. Так. Как она тебя, блин, задушила? Она Криса, что ли? Вообще нечестная игра. Не, слушай, ну нечестная игра на самом деле. Нечестная. Так, там Бладсикера гоняют. Я тут поблочу немного Вайпера. Вот так пойдешь. Тайминг ему сбить. Ча, подожди, дядя, я подойду. О, арканчики. Погнали на топ там. Двойка, тройка там, поехали. Хорошо. О, Вайпер. В два щитка сделаем, грязь. Сейчас у меня КД. Второй. Жесть. Как же жестко его запилило, да? Еще на топе хочется суету навести. Там сентрики, правда, но... Ты мне двойку дашь, я его быстро загрызу, этого Эридара. О, еще киндер-сюрприз! На вставочку! Лол, что это было? Почему они там сидят? На вставочку. На вставочку просто чел сидел. Ой, бро, зачем он там сидит? Даешь двойку? Даюн. Даюн, бро. Юный Юнга. Опа. Чувак, я тебя настиг на мартретке. Мы с тобой не расстанемся теперь никогда. Сори, Антонио. Просто с фул хп, чувак. Что происходит? Лол. Блин, это такая тема на самом деле. Прикольная. Просто... Просто чувак рассыпался с фул хп. На мартретке. Ну да ладно. Ну да ладно. Опа, овнидж. Слышишь, надо сделать тактический фит союзниками. А, то есть мы ходим в лес, а они скрыто справляются. То есть они, да, немножечко пусть подфидят, а то он инвокер уже там радуется. Купил мантии себе, смотри, какой ЧСВ. Мантии он покупал. Такой, типа, красивый. Инвокер же в мантии ходит. Вот он мантии закупает, чтобы тематически подходить. Так, и нужно пусть немножечко пофидонит. FD2, покупка мантии, это тактичная штука. Покупаешь мантию, выкладываешь у противников на фонтане. Типа, обзаведитесь интеллектом, пожалуйста. Ну, это типа, знаешь, как в Dota 2 эти всякие. А, как их? Рамзес, у тебя в 20 мемов в день. И в Dota 2 она настолько в какие-то моменты прикольная и в то же время токсичная, это жесть. Как только не придумывают, знаешь, там, типа, ну, душить всех вот этими всякими рофлами, скамами. Инвентарь веточками забивать. Даже Габена этому сам, как бы, располагает. Сам свой голос же записывает, там, типа... фразами. Ты, у тебя отлично получается, я тобой горжусь. Конечно, все используют это не для того, чтобы похвалить, а с сарказмом. Ну, это да, это же... Нифига ты там что с Пуджом делаешь? Почему ему так... Я просто мимо проходил. Мимо проходил. Бедолага на Пудже. Так, я сделал дискорд. Даже не спрашивай, зачем. Сейчас буду звонить. Все, давай. Давай, пусть они там сами подерутся. Не помогать им. Не надо им помогать. Пока, наверное, давай чуть притормозим. Нужно тактический фит. Или дай мне двойку, я пошел. Передумал, я пош... да? Ну, типа, а че он там? Эридар пошел суицидиться. Оп, дискордик кидаем и поехало. Смотри, просто дискорд челу кинул. И просто цепляемся на АМ за ним. Он фласку, ой, ботл юзает, но он его не регенит почему-то. Потому что под дискордом столько дэмэджа там же есть. Ой, бро. Это жестко. Так, кто там еще? Кого? Ну, никого пока не вижу. Самый кайф, что ты с инвиза не выходишь, просто идет баф дискорда и все. Урони, да, вот, команда.
Вот это комиссионные эти, блин, крипы из щиточка. Да-да. Жесть. Пусть, давай немножко это, пусть они пофидят чутка. Пусть ребята, оппоненты выровняются немножко. А то как обычно. Сломаю 10 минут. Челу с тобой. Какие истории помнишь из детства? Там мы в первой части все выдавили. Слушай, их очень много было, и я, кстати, пришел к тому, что я, блин, много чего уже забыл. Да, та же самая тема. Та же самая. Но я помню первый день, когда мы с тобой, по сути, встретились уже так более... Ты, по-моему, тогда пришел в гости к нам. Да, с Милей пришли, что-то там. А я помню, ты сидел, играл, по-моему, какой-то либо... Не приставка, что-то на ПК какая-то тема. Какой-то файтинг был на ПК. Guilty Gear, наверное. Аниме, что ли? Что-то да, вот что-то такое. Там были вот такие персонажи, такие, ну, аниме. Вот, и, короче, ты такой... Давай сыграем, такой. Будешь, типа, играть? Я такой, да не, типа, спасибо. Такое это очень сильно запомнилось. Я помню, ты еще это, где... Мамкина комната у вас, ты там был, раньше там игровая была у вас. Так, сейчас шутки про мамку пойдут. Я готов. Да не. Вот, и, короче, прикольно запомнилось, то время прям такое классное было. Я помню, это еще время, когда у вас плюс-минус там апельсины, короче, куча апельсинов во двор заехала. Это тогда было? Да, плюс-минус. Но чуть позже, по-моему. Я точно не помню временной отрезок, когда, но чуть позже. Короче, нам в огород как-то заехала фура, не вписалась в поворот. И она просто упала на дороге. И вагон, который она везла с апельсинами, он эти все апельсины вывалились к нам. Да. Нам вся эта деревушка наша приходила, так сказать, подстервятничать эти апельсины. Закинешь? Я пойду пробегусь на Эридара. Хорошо. Да, вот такая история. У нас, получается, живем, и там такой большой поворот. Сильный такой. И если кто не местный, не знает, как, да, ну... Как, короче, корректнее ехать. Какую скорость, так сказать, подбирать. Блин, я Дискорд не кинул. Вот, и... Так произошло, что, короче, не справился с управлением, вылетел, и к ним в огород прям с апельсинами, полная фура. Это жестко было. Миля мне, кстати... Да, что там? Миля, помню, так мне обещал пакеты апельсинов, но так, кстати, и нет, я его не получил. Так обидно до сих пор. Запомнил это до сих пор. Да, реально запомнил, но не в том смысл, да, что как бы там какая-то, знаешь... Жадность или что-то еще играет, а просто именно обида, потому что это детскими эмоциями, прикинь, пакет апельсинов. Мы тогда учились, по-моему, в 7 класс, сколько это, лет 12, да, вот, пакет апельсинов, и типа, прикинь, как это звучит, пакет апельсинов тебе дам! И ты, и прям вот, ну, знаешь, так вот, неописуемо выразимся так, неописуемо. Как это меня подрастроило, когда все-таки я не получил. О, пусть он сфидит, слышишь? Нет, он не хочет фидить. Блин, это так жалко, на самом деле. Но круто, крутое время. Тут жизнь догираем, нифига себе. Пусть они, да, это подерутся сами, да? А мы тут такие раки фармим. Да, да, но типа у них оппоненты, они что-то это, слышишь, ну, не кучкуются. Очень странно плеет. Я хочу Радик еще сделать. Давай. Радик хочу сделать, но я, правда, совсем не фармлю. Вообще не фармлю. Ух ты, змей поставил, ну нифига себе ты. Эридар там ходит, центрики ставит. Кура с апельсинами. Мне очень сильно запомнилось еще, как я за Милей бегал по всей школе и просил его передать через их порт или Bluetooth какую-нибудь музыку. Которая там, знаешь, модный какой-нибудь клубняк выйдет. Вот, и... Я бегал за ним, короче, типа, перекинь там. Там крутая долбежка такая какая-нибудь. Это что, часто происходило? Типа, Миля получал часто эту музыку? Да. Он, короче, брат его, вот, Антона, он очень часто, так сказать, кучковался с этими старшаками, так как он такой, Миля, крутой был, такой накачанный, такой, вот этот накачанный, крутой. Вот.
Он был такой, ну, более предрасположенный к тому, чтобы общаться со старшаками, вот. И получается, постоянно ему там что-то переводили, потому что старшаки, они более продвинутые, естественно. Вот, и Миля там крутился тоже, брат его, и получается, получал все, так сказать, все вот эти плюшки того, что общается со старшаками. Вот, так что вот такая вот, такой вот у нас брательник. Так, Найс, слышишь, они там подфидели? Хорошо, хорошо. Самое время написать раки. Не-не-не, не надо их этих моралить, блин. Пусть играют. Я не уверен, что я дискордом выиграю игру здесь. Хочется этот сделать, блин. Радик. Чё, можно попробовать в миду опять принять, так как они фиданули немножко. Кто-то еще там, кто напал? Опа, шаман, нет, не напал. Хорошо. Немножечко так, подзапилить. Гоблин запилин. А не, за, не зепелин. Опа, смотри. Дискордик. Ты. Хорош. Чё, этого дальше пойдем? Да, я тебе ещё грибки дам. Не-не-не-не. Сейчас двойка. Единица откатится, дядь? Почти откатился. Даю. Хорошо. Двойки нет на мне, если что. Блин, КД. Пойдем. КДшка у тебя? Но на него в рейдже не подействует моя кнопка, так постараюсь пройти. Все, нормально, живешь. Лол. Ой, Пуч еще чуть меня не подработал, дядь. Нормально, выжил, хорошо. Сгрели. Непробиваемость на ноу хп получилось. Да, в грифсах очень жестко. Просто плюс 20 армора там плюсом. Просто это как же это жестко. Не знаю. Блин, с дискордом, если честно, разницы не вижу. Под щитом, но она есть, но она не сильно заметная. Не сильно заметная. У этого бинт стоит, куда ты, моя сладкая? Чисто какой-то школьник с камер. Так, я радик добиваю. Чуть осталось. Опа, ксишник. Ксишник 242 покидает наш... наше ателье выноса оппонентов. Забавно. Блин. Я, если честно, так тепло вспоминаю это все детство. Даже не представить. Иначе. Самое, что на самом деле мне ярко запоминалось, это голосовухи. Тьфу, не голосовые, а диктофонные записи. Короче, у нас была приколюха, мы... Так как не было особо таких, знаете, каких-то развлечений, там, по сути, интернета не было у нас толком. Был бы, конечно, выход в интернет, но не такой, чтобы прям, знаете, вот как сейчас, да, прям... Глобально вот так вот. Вот, и мы, короче, развлекались каким образом? Либо видеозаписи какие-нибудь, либо диктофоны, короче. Вот, на диктофоны всякую фигню записывали, там кричали, орали, короче. И это вот потом воспроизводили несколько раз, короче, останавливали там. И, короче, вот так постоянно прослушивали, и с этого люто угорали, короче. Я думаю, большинство в нашем возрасте так делали, ну, типа, потому что не было особо каких-то крутых развлечений, и это было самое лучшее развлечение, наверное, которое было доступно с помощью вот этих телефонов первых. Слушай, какую дичь вы записывали, орали? У меня как раз на тот момент такое ощущение было, что никто такую, мягко говоря, хрень никогда не говорит. Вы просто фрики в этом плане были с моим братом. Oh, yeah, baby! Вот одна из фраз, которая... Я помню этот... Мы записывали с Милей видосик, у него еще была Nokia. Мы пошли на речку, а был лютый холод. Это было, по-моему, если не ошибаюсь, что-то типа декабря или января или февраля. Вот что-то такой холодный месяц прям был. И мы такие на слабо, типа, давай слабо, типа... О, погнали на мид. Смотри, суета какая там. Погнали. Нет, он в смысле не сказал, что погнали на мид. Он сказал, типа, давай, типа, на слабо, типа, в речку, кто, типа... Так, подожди, дискорд. Оп, давай Найкс запилим. Найкс хочу. Найкс хочу. Дядь, тебе оставляю. И, короче, он такой, типа, давай на слабо, кто в речку, типа, окунется, а речка леденющая, ну, типа, горная. И, короче, я такой, ну, давай вдвоем, типа, что-то. И погнали. Я запрыгиваю, он запрыгивает, и такой, я, знаете, отжимаюсь от этого, получается, от камней в воду и обратно. И такой, окей, бэби, вот это такая легендарная фраза была, улыбала максимально. И постоянно пересматривали тоже.
Я думаю, у вас тоже по-любому какие-то такие записи были, которые вызывают кучу эмоций такого с того времени. Блин, жалко, что это нельзя посмотреть сейчас, потому что, ну, к сожалению, концов не дать, где сейчас эти записи. На тот момент не было никаких Яндекс-дисков, ни облаков, никуда это не записать. Да. У меня был ноут. И вот на ноуте было очень много всякого такого кринжа, как это сейчас бы называлось. Вот. Особенно папка, короче, помнишь, да, порно-папка какая-то там была у меня? Я помню просто, как Виля что-то там не закрыл вкладку. А, я помню, ну не надо об этом. Смотри, слушай, мы его бесконтактно запилили, Пуджа. Да, знаешь, разговариваем тут о своем, а Пудж так, между делом подыхает. Ну да. Одна из легендарных фраз до сих пор, кстати, доступна. На стене у Мили. Вконтакте. Ой, бро. Так, все, отходим. Миссия completed. Я помню, вот эта папка у меня, слышишь, была? Как с порнографическими файлами, выразимся так. Я думаю, у всех в то время была папка, и там, короче, ржачные какие-то эти были. Я помню вот это, когда там баба такая, we're so fucking great, ну вот так вот прям. Я помню, там такой смачный звук был. Я помню, мы это просто перематывали, люто угорали, как я сейчас примерно. Вообще жесть. И короче, вот это вот, типа, начмокивание, вот это, оно так было смешно, это просто жесть. Fucking great, so fucking great. Да, и что-то там, вот это вот все с такими вот моментами, это просто жесть, как выносило. Самое главное, кстати, замаскировать эту папку под правильными названиями и несколько папок, типа, создать для как путь для этой папки тоже, да, типа, не смотреть. Не туда. Вот, да. Ой, жесть, это, конечно, прям смиксовые шутки были. Так, я думаю, самое время брать мне тревел уже и тебе тревел и кошмарить. Так, мы, в принципе, 25-я минута развлекухи. Комбинация рабочая, как вы видите, ребята, прямо прямиком из 2008-го, она до сих пор работает, эта комбинация, и я думаю, можете тестить, пробовать. Так, я взял себе гемчик и топорик, будем немножко дефьюзить сентри опсы. Слушай, они походу в Рошана пошли, пойдем наведем суеты. Так, опа. Слушай, да, они походу в Роше, погнали. Вместе, если что, тучкой. I'm defusing the bomb. Опа, это что такое? 10 часов московского времени, лаги. Подожди, лагаю. Все, не лагаю. Лагаю, верните мой 2000, все как в 2008, бро. Так, нету никого, прикинь. Лол. Погнали аккуратненько туда. Блин, мы, конечно, с тобой две каракатицы. С МСом по 370. Опа, я уже побыстрее немножечко. Даст ты, прикинь, купил. Вайпер, го, он один. Вайпер один. Вот так делаю. Ох ты как. О, давай просто его. Кому? Рандомно кому достанется фраг? Хорошо. Пойдем, вон еще. Твой куда уйдешь? Хорошо. Аюн. Не напрыгивает. Мы принимаем тут. Я кнопки кидаю. Все, просто бегаю. Ой, я случайно. Нет, не случайно. Обманул. Хочу тревел. Все нормально. Все хорошо. Ты знаешь, когда ты выпил там 30 таблеток успокоительного, у тебя стилят, там катки руинят. Все нормально, все хорошо. Это прямо из детства, да, там написано 30 таблеток. О, жесть. Блин, ну жестко разносит, да, кстати? Вообще, можно ногами играть, типа, ну... Стратегия рабочая, пробуйте. Пробуйте, ребят. В принципе, рабочая максимально, и... Все работает. Хорошочка. Акторинчик думаешь купить себе? А, акторин в то время не делали. Блин. Хотя мы, в принципе, не стремились собирать что-то в того времени, да? Уже даггер, я купил даггер, грифты, как все как надо. Пойду подваржу вот здесь вот. Смотри, пуш запрыгнул, дядь. Я прыгну, разобью сентряк. И просто встану. А ну-ка, я так... Здорово. Блин, дискорд бафаешь, кстати, очень быстро хп отнимаются.
Если бы он ближе подошел бы, я бы его на пригорок затянул бы. Не, это так не работает. К сожалению, в первой доте это так не работает. Тут немного баганые хитбоксы. Ну, варкрафтовские, выразимся так, по стандартику. Поэтому... Опа, шаман пошел фидить. Хорош, мужик. Я думаю, манту купить. Можно путать их. Путать можно. Оу, 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 оу. Как говорится. Выключи телефон. Да, телефон. Да, перефразировал. По лицу я ему бью. Там было по Е. И этот медведь, Балу, знаете? Вот. По Е и медведя туда запихивать. Вот это слово было. Вот. Перефразировал, бью. И типа, по Е мишка, я ему бью. Вот так вот. По медведю я ему бью. По медведю я ему бью. Вот, забавная хрень была. Короче, мы в то время еще там занимались, знаете, типа, вот это все, паркур, там вот это все движение, очень круто. Короче, и тоже снимали очень много всяких таких вот видосиков, где прям, ну, какие-то крутые моменты, и там вот это сопровождается вот этим шкалянским вот этим жаргоном, вот этими рофлами, и это реально было настолько круто, и сейчас это вспоминать прям по кайфу. Забавно. Еще я помню, короче, первое время, когда мы были... С Антоном, так сказать, ну, вроде как бы чуть знакомы, но не особо знакомы, короче. Мы, получается, когда в школу идешь, он шел в школу, и я шел условно со школы, или он там шел в магазин, или я куда-то... Короче, неважно, когда разминулись вот так вот, друг с другом вот так вот проходили, очень часто бывало, что мы просто тупо не здоровались, хотя знали, знали друг друга. Типа, знаешь, такое немножко стеснение юношеское, я так думаю, играло. Что типа как бы, ну, вроде знаем, да, там я там домой к тебе приходил, но там я как бы с Милей общаюсь, не с тобой же, да? Да, это вот поэтому я как бы из этого принципа исходил, да, и в принципе, у меня характер такой дед-инсайдовский был. Ну да, ты дед внутри, гоу, двойку, поехали. Так, кто тут и так, кто тут? Let's go! Let's go! Бэм-бэм! Так, дискорд! Нифига, смотри, с какой ДПС пошел, дядь. Вот это дамага! Радик пилит. Можно я вот сюда, блин, канусь, спасибо. Тут так получше будет. Так будет. Стилер буй. Блин, жестко, мы приходим и просто разносим, я не знаю. Я просто даже не бью, понимаешь? Просто ДПСом убиваем. Я пошел на топ. Просто ДПСом этим убиваем. Это, блин, жестко. Ей бой. Че там, комиссия приходит тебе? Я этого не слышу, но вроде как да. Я просто с пачки крипов крипа 3 добил. Я занимаюсь криптовалютой. Пуш тоже занимается криптовалютой на миду. Не смог. Поэтому может позволить тебе есть свежее мясо. Да. Блин, ну все-таки. Кликает, чтобы я прохитил его, либо просканил. Но я даюн. Ты даюн? Смотри, я даюн, поэтому он сейчас умрет. Ой! Ой! Все, теперь включай. Во-во, я сделал! Я сделал как это, как в 2008-м, понял ты, что я такой тупой, не смог. Опа, двойка, поехали, дядь. Смотри, бедолага. Не знаешь, что делать. Как я умер? Он такой, что это было? Рот вроде не включал, но запилился. Запилился, да. Жестко. Причем очень жестко запилился. Я не знаю реально, почему так очень много дропается дамаги. Но не на низу там решили отпор, пацаны, дать. Пусть дают. Как думаешь, вот тут вард есть на топе? Не знаю, давай проверим. Все. Нету. Хорошо. Нормально, мне нравится, что тут можно взять топорик и гем и быстро ломать варды. При этом даже не выходя с инвиза. Просто раз вард исчез, раз вард исчез. Очень крутая фишка. Помню, как-то я жаловался на то, что Зевс имеет, по сути, встроенный гем почти, потому что он чекает варды. Да. Вторым скиллом. А тут Dota 2 просто, да, вышло то, такое обновление, что у Никса пассивный трусайт в радио 400 метров. Чего? У Неруба Ассасина просто трусайт? Да. Просто вот, вчера 400 метров. Он, прикинь, под инвизом бегает и всех палит. Открывает.
Жесть, это, конечно же, блин, ну очень так звучит диковато, да? В рамках... Пойдем туда. В рамках первой доты, выразимся так. Но в рамках доты 2, я думаю, это настолько такая мелочь, потому что в доте 2 столько всякой дичи напихано. Там очень много чего, и как бы кажется, что это имба, но если посмотреть, там у многих, у кого каких персонажей есть тоже особых всяких механик. Опа. Че себе? Ну-ка, комиссию кому? Опа, я забрал. Похоронный. Блин, вообще, те, кто выходят, вообще шансов у них нету. Под дискордом там просто развал кабинетов. Ребята, наверное, такие, а что делает Дискорд? Что делает Дискорд? Мало того, что по Дискорду можно звонить, так еще и Дискорд используется для того, чтобы снизить магическое сопротивление всех врагов, кто находится в радиусе применения. Вот так вот расскажем. Ну, это только если покупаешь подписку в Дискорде. Подписка в Дискорде покупаешь, а еще не забывай донат, ссылка в описании. Вот и все. Опа! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Я убежать хочу, убежать, брат. Там что, гем? Гейм на Икс, слышишь? Гейм на Икс. МЛГ! МЛГ! В атаку! Автоботы, вперед! Дай гейм. Да не могу. Опа, топорик выложить. Да, я второй раз. Да, и... На вставочку! Я... Хорошо, я гейм на базу. Три ФФ. Какой ФФ, алло? Тормозите. Что вы делаете? Нужен тактический фит. Нужен тактический фит. Какая фефе. Блин, вообще, если честно, очень жестко разносит. Столько депеса тут. Депеса очень много. ДПС лютейший. И комиссионные, кстати, очень нормально там Дарксиру капают. В принципе, нормально. 27 ассистов. Пойдет. Ребята решаются такие союзники наши мид сломать. Ну, кстати, Иридар молодец, да, в этой игре? Сложно не похвалить его, потому что... Так, это четвертый финиш. Сложно не похвалить его, потому что он, ну, прям что-то, да, понимает, там, спамит как-то, что-то пытается... Догончик там взял, арканчик, молодец. Вот, он вначале. Вот я не говорил, когда я увидел его на руне, я знал, что, блин... Сейчас столько стаков прилетит, потому что он только начал тест памяти, у него куча времени было. Он реально ваншотнул нас, по сути. Ну да. Вот это круто, да, что парень соображает. Это молодец. Респект ему. Это респект, Рилли. Эридар, давай напишу ему. Эридар, выражаю тебе респект. Вот так вот. Напишем. Мартретка чего? Купила Дезоли Доминатор. Братец, это не работает. Так, я вот думаю, ходить за шаурмой или нет? Слушай, ну, когда такой выбор есть, тут всегда надо шаурму выбирать. Священную. Священная шаверма. Мартретка купила этот... А, подожди, кто? Иридар купил этот. Смока. Смук. Амтроин смук. Смотри, я ее не трогаю, она умирает. Щита, правда, нету на лице еще. Ой. Это жестко. Блин, ну это работает. Это работает. Можно, так сказать, порофлить. С кентами, так сказать, порофлить, зарофлить, да? И делать ничего не надо же. Да, просто ничего особо делать не нужно. Вы просто берете и... Просто запиливаете. Это очень жестко. Подписывайтесь на канал в Ютубе. Ютубе, хейн, а здесь. Вот так вот напишем. Чё, гоу двоечку мне, я полетел фидить, брат. Такой хейтер, какой. Да пошел ты! Хен, специально кира. Специально не буду. Сейчас, у меня КД. КД, да? Я, кстати, это релки накинул, чтобы защититься от магии. Защититься от магии. 24... Не, ну нормально так я пилю. О, ню! Хорошо, я живой. Я снова живу. Нет! Оп! Что за магия? Смотри. А, я понял! Он, короче, нажал на меня догон и шел догон, и я, короче, прыгнул в него и сразу на догона умер. Блин, это жестко было.
Ну что, ребята, эта стратегия полностью рабочая. Я думаю, можно вам ее попробовать, в принципе, поюзать. Как видите, тут, по сути, с пальца высосанный контент, просто щиточек инвизик и полетели. Получилось очень таки красиво и весело. Конечно, я бы мог бы предложить какую-нибудь еще стратежку сюда запихнуть. Но не знаю, нужно ли. Нужно ли. I don't fucking know. Вот, и я тоже не знаю особо, нужно ли сюда запихать какую-то стратежку, потому что, в принципе, этот видос отдельно посвящен будет именно этой стратегии. Ну, наверное, на этом закончим. Если что, следующие видосы у нас же каждый понедельник и четверг по видосику, поэтому я думаю, этого будет достаточно для понимания, что это очень жестко. Ну и на этом все, друзья. Антонио, спасибо тебе за то, что ты помог. Конечно, всегда пожалуйста. И забавно вышло, изично на самом деле. Так пороплили, порассказывали истории, параллельно видос записывали. Да, по кайфу. Это то самое, в принципе, к чему и стремимся. Ну и на этом все, друзья. Не забудьте поставить лайк. С вами был Ксеназос и до скорого. Всем пока. Ой, жестко, блин. Рабочая тема. Я так хотел это спеть, но меня бы никто не понял. А я еще запись не выключил. Ha ha ha.